Здравствуйте, сегодня 9 мая, я выбралась в лес. В общем, пока что грибов съедобных нету, опять нашлась строчки, вот они. Но я их уже брать не буду, вот, не буду, потому что в прошлый раз я выкинула. Вот они такие, в общем. Мне кажется, это не сморчковая шапочка, а просто ядовитые строчки. Но в лесу всегда можно сделать шашлычок или что-то наподобие этого. Я люблю даже овощи, сделанные на огне. Так что и вам рекомендую.